Привет. Сейчас я сделаю тегетрейсер 3424. Здесь у нас настройка протокола GRE на туннеле. Давайте начнем. Вы можете сделать эти пинги. Я сразу приступлю к настройке. Для этого сперва открываем маршрутизатор array, командная строка, enable configure terminal. И здесь нам нужно настроить туннель. Для этого заходим в интерфейс tunnel 0. Можно копировать команды. Первую вставляю. И здесь указываем IP-адрес этого туннеля с маской ход сети. Так же, как обычный интерфейс. Указываем, вот у нас в таблице туннель 0, его IP и его маска. Также мы прописываем и тут, прямо как для обычного интерфейса. IP-адрес. Копируем. Вставляем. Также у нас вот интерфейс сам включился, то есть включать его отдельно не нужно будет. Ну, в принципе, можно все равно прописать на шатдаун, потому что от этого он не выключится точно. Дальше нам нужно указать источник туннеля и destination туннеля. Копируем источник. Здесь у нас серийный 3.0 порт. И destination это у нас серийный 3.0 порт другого маршрутизатора. Как можем видеть, 209.165.122 это у нас IP-адрес серийного 3.0 маршрутизатора RB, то есть другого маршрутизатора. Теперь мы указываем мод туннеля на GRE IP. И все. Мы настроили наш туннель на RA. Теперь нам нужно также его настроить на RB. Давайте это сделаем. Открываем маршрутизатор RB. Командная строка. Enable. Configure Terminal. И так же, как и с самого начала. Заходим в интерфейс Tunnel 0. Здесь прописываем IP-адрес, только не этот IP-адрес, понятно. Так, секунду, дело. Первый IP-адрес, paste, и копируем вот tunnel 0, IP-адрес. Адрес и маска. Все, скопировали. И также destination и source. Source такой же будет. А destination немного другой. Tunnel destination. Наверное, лучше бы я вводил, а не копировал. Это было быстрее, наверное. Но не важно. 64. Вот это, то есть, серийный порт маршрутизатора RA. Это у нас destination был. Теперь ставим мод на GRE IP. Все. Дальше нам нужно будет настроить маршруты, так как сейчас у нас настроен проход, но компьютеры и устройства еще не знают о том, что можно так переходить, поэтому мы должны настроить маршруты. Вот у нас они уже написаны, мы их просто скопируем. Это у нас для RB второй, как я уже на этом маршрутизаторе, я его сначала веду в конфигурации. И такое же, ну, понятное дело, другие IP, на RA. RA. Paste. Все. Все, у нас выполнено 100 баллов. Теперь, если мы будем пинговать, пинги у нас пройдут. Надеюсь, все понятно. На этом все. Пока.